Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по бонуснику, я вчера зашла. Бонусник «Монетари Люк», бонус 1 рубль за регистрацию и минимальный вывод и депозит от 1 рубля. Что я хочу сказать, я не советую этот бонусник. Ко мне пришли 3 партнера, 3 реферала. Слава богу, они не пополнились. Потому что как бы доход капала, партнерская программа была по мне. Да, все по нулям. И это очень хорошо. Потому что, значит, сейчас скажу. Зависла. Ну что ты. Так. Секундочку. У меня завис компьютер. Да что ты будешь делать? Ну. Ай-яй-яй-яй. Так, страница не отвечает. Подождем. О, заработал. Значит, у меня на балансе рубль 30. Я хочу эту сумму вывести. Я пополнила на 15 рублей вчера этот проект. Так, рубль, что у нас, точка 30. Здесь, оказывается, есть заглушка на 10 рублей при выводе средств. Ладно, но я же пополнила на 15 рублей. Вот так вывожу. Уведомление от сайта Monetary Люк. У вас недостаточно стажа для вывода данной суммы. Делаю вывод. Вернуться на главную. Мне денежку отсюда не вывести. Так? Так. Далее что? Надо стаж. А стаж это что? Нужно пополнить баланс. Я так поняла. Или чтобы мои рефералы пополнились. Да? Чтобы мне капнул стаж. Я не советую пополнять этот, как бы, бонусник. Ладно, ну, пополню я там, ну, на 50 рублей, да, допустим. Выведу я этот рубль 30. Накапает мне еще побольше, да, будет скорость побольше, и мне накапает побольше сумма. Захочу вывести, что? Фигушки будет, а это будет 100 пудов. Это что нужно? Опять пополнять и опять только пополнять и выводить копейки. Нет, мне такой бонусник не устраивает. Я написала в чат, мне пока еще вот, здравствуйте, пополнила баланс на 15 рублей. Сегодня проверяю на вывод и не вывести. Пишут, недостаточно стажа. Как это понимать? Мне пока еще никто не ответил, не знаю, ответит. А ответит что? Пополни, девочка, баланс. Или пусть твои рефералы пополняют. Так что я не советую пополнять. Вот, еще неизвестно, как долго он будет работать. И, ну, что это за... Меня такой бонусник не устраивает. Да, вот у меня есть вот этот бонусник, я с него сегодня вывела. У меня есть бонусники, вот этот бонусник и вот этот, который доказал свою правоту. И что можно выводить нормально. А это меня не устраивает. Пусть она работает сама. Так что мой вам совет. Это, конечно, дело лично каждого. Хотите, пополнять, это уже на ваш страх и риск. Но я сюда больше пополнять не буду. Мне, я не обеднею за этих 15 рублей. Пусть она, надеюсь, богаче станет на 15 рублей. Вот. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.